Беларусы снова придут на допомогу лесникам. 11-й год запору в Беларуси пройдет и день лесу. Распочнется республиканская акция 14-го красовика. На протягу 7 дней супрацовники лесной господарки разом с усими жадающими будут очищать лесы и придорожные полосы от смети, а так само высаживать молодые древы. Лесгасы Гомельской области активно рыхтуются до тыдня лесу и примают заявки на удел. Подробности у наступном сюжете. Сёлетний тыдень лесу примерковали до года малой радимы. Природа, на жаль, так само пропоновала свою нагоду. У 2017-м подчас республиканской акции змагаліся с наступствами стихии. Обновляли лясы, якія пошкодили ураганные вятры. Сёлета клопоту добавил вершинный караед. После минулогоднего нашествия насекомого шкодника узнавление потребует значные площади лясных угодьев. Только у Гомельской области по этой причине вырубили больше за 13,5 тысяч гектаров. До конца бягучего года это объемы амаль полностью необходимо узнавить. Причем устислые термины. Не выключено, что придатный период для высадки древа будет вельми коротким. В прошлые годы мы создавали порядка 6-6,5 тысяч гектар лесных культур. В этом году мы садим больше 10 тысяч только весной. То есть объем серьезный. Будем этой работой активно заниматься, потому что весна может быть очень скоротечная, быстротечная, и времени для посадки у нас будет очень ограничено это время. На территории Гомельского лесгаса необходимо установить 800 гектаров. На 100 из них под час тыдня лесу лесники при допомозе доброохотников плануют высадить молодые древы. Саджанцами проблем не будет. У лесгаса есть уластный питомник. Посадочный материал так само выращивают на территории каждого лесництва. Кажут, что сёлета не только закрыть уластные потребы, але и смогут поделиться с соседями. Дальше запись ожидающих принять удел у тыдня лесу подшался. По каждому лесничеству есть списки, которые желающие будут принимать участие, и школы, где-то сельские советы, располком, облсполком. Уже будем согласовывать. На 14 число у нас есть уже предварительная запись желающих принять участие. Высадка древов, очищение лесов, придорожных полосов от смети, ремонт места от починку. Фронт работ для удельников акции «Тыдень лесу» широкий. Усим необходимым организации лесной господарки обещают забеспечить. От жыхару в области потребуется только добрый настрой и жадание берегчи белорусские лесы. В эти дни, значит, мы определяем, все наши подразделения, лесохозяйственные учреждения определяются с объектами, где будет проводиться акция. Значит, после подбора объектов информация это будет вся размещена на наших сайтах. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно обратиться в ближайшее лесничество или ближайший лесхоз, где вам укажут места, скажут, когда будет проводиться эта акция, в какие дни, обеспечат необходимым инструментом и посадочным материалом. По информации Министерства лесной господарки Беларуси, в 2017 году под час тыдня лесу беларусы высадили амаль 21 миллион древов. Удел у акции приняли больше за 80 тысяч человек. Есть подставы мерковать, что сёлета лишбы будут еще больше внушальными. Максим Савин, Марина Джала, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».